честь Дня металлурга в сквере «Юность» открыли фотовыставку, посвященную людям, которые всю свою жизнь проработали на коксогазовом заводе. История завода – это история нашего города. И эта история хранит память о тех, кто строил предприятие, о первых его работниках, а также всех, благодаря кому завод стал ведущим в отрасли металлургии. Фотографированы они были, конечно, не случайно, а потому что это цвет нашего предприятия, можно сказать. Лучшие работники, которые отличились в труде, кто-то даже в военных делах, в горячих точках. Готовились к этой фотовыставке на протяжении целого года. Фотографировали рабочих и инженеров, которые по сей день трудятся на коксогазовом заводе. А также изучали архивы, искали старые снимки в районном историко-культурном центре и в газете «Московский коксохимик». Мы обязательно ищем, поскольку историко-культурный центр, ищем старые кадры. И вот в этой выставке мы показали фотографии коксовика, который работал в 1958 году. Это Кабанов Анатолий Филиппович. Его здесь фотографии как раз вот целиком посвящены коксовому цеху. Это фотографии из архива Черкасса, поскольку семья Кабанова Анатолия Филипповича передала эти фотографии ему. И он с удовольствием, предложил нам эти фотографии для того, чтобы мы их разместили на традиционной фотовыставке, посвященной Дню металлурга. Старожилы обязательно увидят на фотографиях знакомые лица, а для молодого поколения это возможность увидеть еще одну сторону жизни города. Фотоэкспозиция будет действовать до 7 августа. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.